В отношении дебошира возбуждено уголовное дело. В Ленинском районе Саратова ОМОНу пришлось штурмом брать квартиру. ЧП произошло в доме на улице Батавина. На дежурный пульт полиции поступил звонок от жителей. Они рассказали, что из соседней квартиры доносятся крики с просьбой о помощи. На место выехали сотрудники полиции. Они обнаружили, что молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, взял в заложницы свою гражданскую жену и нанес ей и себе ножевые ранения. Когда дебошир узнал о прибытии полицейских, он угрожал всех убить. Дверь в квартиру пришлось выламывать ОМОНу. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». В ходе, после его обезвреживания, гражданин был, непонятно ли в наркотическом или алкогольном опьянении. То есть, а сопротивление он какое-то оказывал? Нет, сопротивления им оказано не было, так как в ходе операции был использован фактор внезапности.